Всем привет, друзья! Вы на канале Арчи, и сегодня, друзья, у нас очень интересное видео. Арчи будет есть, и потом у нас для него есть сюрприз. Мы для него купили большую кость, и покажу, как можно у собаки отнимать кость. Конечно же, вы стараетесь это не делать со своей собакой, если не уверены, что она вас не укусит. Но, покажу, как мы с Арчи работаем. Арчи, сидеть! Жди, вот это его вкусняшки. Ждим. Нет, сидеть. Ждим. Можно. Сейчас Арчи будет есть. Пока он будет есть свою вкусняшку, мы достанем кость, и Арчи будет есть кость. Потом я буду у него отбирать кость и опять возвращать ему. И покажу, как мы это делаем. Так что не переключайтесь, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и смотрите видео до конца. Ну что, поехали брать кость. Покажу вам, какая кость, что Арчи будет есть сейчас. Подожди, Арчи. Смотрите, какая огромная кость. Арчи, подожди. Ну, наш Арчи очень умный, можно ему отдавать кость, отбирать, он ничего не сделает, но покажу, как это можно сделать. Сейчас давайте попробуем вот так. Угу, бери. Ага, вот так, Арчи, пусть попробует. Теперь дай, фу нельзя. Нельзя. Дай лапу. Вторую. Ну, сейчас давайте еще раз отдадим. Теперь попробуем по-другому. Вы пробуйте вот так, друзья. Берите вкусняшку, вкусняшку или какую-нибудь очень вкусную вещь. Можно брать сыр, если... сыр собаки очень любят, только без несоленый сыр. И нужно меняться с костью. Арчи, дай. Давай. Вот так. Давай. Арчи, вот. Вот, смотри, вкусняшка, Арчи. Фу. Дай, отдай. Сидеть. Нет, сидеть. Вот тебе вкусняшка. Вот так меняетесь, подожди. Потом опять отдаете кость. Пусть Арчи ест кость. Ага. Ну, можно из рук вообще кормить. Если желательно, чтобы вы собаку кормили с рук, так будет легче потом. Собака будет знать, что это не его кость, а это принадлежит вам. И когда угодно вы можете у него взять это. Отдай, Арчи. Подожди. Дай, все. Фу, Арчи, фу. Фу нельзя. Фу. Сидеть. Вот сейчас поставлю на пол и нельзя. Нельзя. Жди. Жди. Без команды собака не должна брать кость. Ну что, думаю, на сегодня все. Бери, Арчи, бери. Можно. Думаю, что вы уже поняли. В общем, берете вкусняшку. Говорите, нельзя или отдай, и даете вкусняшку. Сейчас возьмемте кость. Арчи, дай. Фу. Фу. Арчи. Фу. Сидеть. Бери вкусняшку. Молодец. Обязательно полоскайте собаку. Сейчас заберем кость, поставим сюда, чтобы легче было потом чистить кость. А ну сидеть. Лежать. И жди, жди нельзя. Вот так, друзья, собака должна слушаться нас. Несмотря на то, что они очень любят мясо, кость. Арчи, нельзя, нельзя, нельзя. Лежать. Собака должна подчиняться. Лежать сейчас пусть. Можно, все. Ладно, не будем Арчи мучить. Так что, друзья, учитесь у нас, нашим дрессировкам, нашим видео, смотрите и учитесь у нас, а мы будем с Арчи стараться снимать хорошие для вас видео. Так что, друзья, еще раз всех с наступающим Новым годом, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и смотреть все наши видео. Также, друзья, на нашем канале есть старые видео Арчи, где он очень-очень такой маленький, когда мы его привели, ему было... месяц и 5 дней, и с этого момента мы снимаем наши видео. Так что
старое видео тоже обязательно не забудьте посмотреть и пишите комментарии. Я буду стараться отвечать всем. Также, если есть вопросы какие-нибудь, задавайте вопросы. Я обязательно всем отвечу. Всем пока, друзья. Вы на канале Арчи. Всем пока.